Эй, вас обнародует на связи Фину, Мармака вышел новый видос, Дэнгой 2, баги, приколы, фейлы, чуваки, погнали посмотрим. Прикиньте, вот и такое бывает. О. Запросил я, значит, у Techland ключ на ранний доступ по Dying Light 2, ну чтобы по... Блин, я видос по Dying Light 2 вообще толком не смотрел, видел только там начало, типа, прохождения, и сам еще в нее не играл, блин, будет тоже интересно посмотреть за этой вообще игрушкой. Больше материал. То как это вообще возможно, в такие узенькие проулочки чувак на парашюте прилетает, это, конечно, жесть. Я к релизу успеть записать, понимаете, да, я не такие, опа, погодите, а вы что, ютубер, мистер Мармок, а можно у вас и прирол заказать? И вот так вот получилось, что видос по Dying Light 2, у нас прирол по Dying Light 2, но я хочу вас успокоить и заверить, что это никоим образом не сказалось на самом контенте. Прирол есть прирол. Нормально так. И бабла залутал, и в игру поиграл, типа, бесплатно, причем и еще и видос сделал, ну, точнее, не видос, а рекламу сделал по этой игре. Понятного просмотра. Короче, что-то просто все это связано, капец. Добро пожаловать в рай. Получай, сукин сын. Нормально так. Сейчас я тебя вставлю, мудак. Я тебе покажу, что я не шучу. Это самый агрессивный банкомат из всех, что я когда-либо видел. Сейчас я тебя вставлю, мудак. Ну я так скажу, система антиграбеж тут полное говно. Да ничего не помогает. Как ни старайся. А где, кстати, его вот это вот па-па-па-па-па-па-па, типа, чё за музыка? Это, по-моему, из старой его интрухи, типа, какого фига? Вот это вот я сейчас не понял. Это же реально старая его музыка, по-моему. Какого хрена она делает? Ему же блок или за АП. Это, конечно, удивительный подгончик такой. А, дико извиняюсь. Тебе чё надо? Я с незнакомцами не знакомлюсь. Прикиньте, так к девушке тоже подойдешь на улице познакомиться, да, она тебя начнет сразу мачете рубить. Шок с говном с неба свалился. Это твоя подмога? Хрена лезет. Что за профессионалы? Но! Растворитесь, обезьяны! Воу! Просто гулял! Уйди, мне надо полечиться! Блин, прикольно. А теперь мне сильно надо полечиться. Не, конечно, слышал про то, что в этой игрушке, ну, типа, навороченная будет система паркура, ну, чтобы настолько вау. Посмотрите на этого киборга-убийцу. Он не... Типа, тут просто какие-нибудь фильмы с Джеки Чаном каким-нибудь могут, как бы, сравниться уже с этим. Знает, как реально ко мне забраться. Воу! Капец, за самый ближайший уступ схватился. Эй, не-не-не, уходи. Я, конечно, понимаю, паркурчик, но чтобы настолько, типа, натренироваться, это, конечно... Ди, я просто так тебя уже не отпущу. Давай, решай эту задачу теперь. Запрыгнуть запрыгнула. Уже вниз спускаться. Да. Необычный подход. Ну, за эффективность исполнения 2 тебе, конечно, а вот за скорость 5. Ну-ка. Хрена была. Очень вялый удар у тебя, Клифф. Ну... Как он живой после этого удара? Клифф, Клиффыч, твое последнее слово. Не, ну его все равно так пошатнул нормально. Потерялся. Слишком сильно контузил. Опа. Наблюдаются изменения в поведении. Что же он сделает? О, вот это я обосрался с такого мува. Что ты делаешь? Что это за танцы? Ты потанцевать? Я не совсем понимаю, что происходит, но если что, у меня уже есть жена и сын. Ну, если, конечно, ты не хочешь быть моим вторым сыном. Он продолжает идти. Уёбывай в детдом. Чё ж вы тут так сильно... Утихомирил. Сильно натуманили-то всё, ёбаный рот. Вот что бывает, когда вейперы в колянную заходят. Куди отсюда? Ни хрена себе, это что такое? Он исчез. Они просто исчезают. Что за хрень? Вы чё, кислородом дышать разучились там, ёбаный? Ну-ка, вон пошел. Вон, я сказал. Шарманку свою крутить не надо тут, стукачило. Так, вроде это был последний, я... Что это за бесовщина?
Блин, а вот это криповенько, конечно. Вот что делает современная толерантность людьми. Я ему голову отрубил, а он еще 5 минут извиняться будет. Дело здесь пиздец как нечисто. Да отцепись уже, сука! Какие они приставучие, блядь! Лежать, мать твою! Лежать, я сказал! Да лежать! Да лежать! Да лежать! Да лежать, блядь! Этом... Никак не поймет, блядь. В городе запах ароматный стоит, наверное. А куда мы идем? Что происходит? В этой игре, как я понимаю, все любят движение, короче, все любят двигаться. Я не... Как бы то чувак на месте идет, то этот на месте ползет. Нормально. Как бы на спортике. Так, кажется, паркур это не мое. Нурики, вы опять тут по заброшкам сидите, пол нюхайте. Ну-ка, Себастьян отсюда. Сюда! Улетел в шахту лифта на первый. Эй, а ты чё, лифтом спуститься не желаешь, а? Ну, как хочешь. Блин, ну знаете, это как гопник просто на улице такой подходит. Начинает кидать уже. Так, что тут у нас? О, это... А, это дядя. А это какого хрена он... Откуда он появился здесь? Не знаю, что это было, но оно ушло. Аминь. Реально. Эй, мелкогуйцы! Ой, ты мусорка с мусором подъехал. Не-не-не, пацаны, расслабьтесь. Я с ними поговорю очень быстро и очень зашли четко. Не в тот район. Просто разъебу. Блять, у меня лук! Little bit и все. Опа. Короче, план такой. Подкрадываемся со спины к боссу, скидываем его нахрен с крыши, а потом отрываем бошки пешком. Что? Что за хренотень, блять? Батя в здании называется. А как это? Не, батя под зданием. Так, все поломалось, все же нормально шло. Ёбаный рот, это здание фальшивка, надо отсюда выбираться. Тут а он отсюда вышел, я думал, он уже отсюда не выйдет. Кислота везде, санина! Блять, тут же кислота, сука! Лай-л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 ай. Опа! Пенёк. Так, нам выше за... Не, ну я думаю, в любом случае будут патчи какие-то далее выходить к этой игре, да, которые будут фиксить вот эти вот, ну, может быть, не все, но многие баги. Браться надо, я по ощущениям как бы... Потому что сейчас реально как будто игра сыроватая, молясь. Там ниже спускаюсь, наоборот. Блядь! Не, ну реально, типа, дыр в ней прилично. Мёд, мак, таракан. Не, ну в любом случае игрушка прикольная, стоит поиграть. Анны. Ромашка, грибочки. Как бы тот же киберпук был похуже. Тут все что угодно. Первое время. Хорошего настроения. И даже лаванда. Лаванда. Тебе что, нечем заняться? Отойди, пожалуйста. Че, нельзя уже июли собрать? Надеюсь, такое цветочки, расстояние блин. Тебя устроит. Вот и все, как говорится. А теперь нам надо бы поспать. Где там наша кроватка? Нет, мне прям понравилось, как персонаж, типа, бьет с прыжка, типа, такой, влетает просто, бэм. Знаю, как сделать это. Ногами в прыжке. Опа, хуя. Приземлился, прям хорошо залетел. Прикинь, такой спишь, отдыхаешь на сене, такой чел к тебе на парашюте залетает. Что? 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 Что с тобой? А, кажется, он вспомнил, что завтра понедельник. А теперь съебитесь из моей квартиры. Посмотрите-ка, какая встреча, кто тут заблудился? Это ж сеньор-грабитель! Грабитель с полными карманами лута, который он нам добровольно хочет отсыпать. Да, грабитель? Такое ощущение, как будто эта бабка какая-то бежит. Смотрите, на него убегает. Довольно самоуверенный парень. Мистер грабитель, если вы устали, можете... Не, он реально такой, как будто в юбке. Не знаю, паузу сделать, я все нормально, я подожду. Да пошло оно все. А, нет, этот мужик. Воу. Ну ладно, ладно, согласен, переборщил. Дай мне мой лут, и я... Ты что с тобой? Синие грибочки попробовал сегодня. А, и он еще и встал, да? Обиделся, что ли? Ну ладно, все. Знаете, это как в фильмах, когда убегаешь от какого-то маньяка, да, и спотыкаешься. Ой, типа... извини, мой косяк. Давай ты будешь убегать, а я буду ловить тебя по-настоящему, мистер грабитель. Как тебе... Что за херня? Где он? Что-то паранормальные какие-то явления происходят, что-то все телепортируются как-то. Верни мне мой лут, блядь, фокусник ебаный! Блядь, я просто хочу попасть на вражескую территорию, сука, как я здесь оказался?
Я только хуже делаю. Что это за место? Кнопка. Надо нажать кнопку тут. Смотри, тут тоже свет. Гляньте, светится. Это охуенно. Кажется, произошло абсолютное нихуя. Что это за лютое место? Как мне попасть на территорию? Мне надо туда. Блять, вот это я себя озадачил. Что за ёбаная кнопка? Черт, я ошиблась. Нихера не видно. Смотри, Эйден, снова загорелись. Они, блядь... Это типа реально так происходит, или это вставки он просто сам делает, я не пойму. Снова горят! Как так? 15 лет темно, а тут раз и такое. Да не знаю я. Это абсолютно бессмысленное действие. Нет. Скорее всего, это он сам ставки делает. Нет. Нет! Твою мать! Что, блин, происходит? Ладно, ничего не происходит, пойду-ка я дальше. О, еще один гнилой. Извини, братан, но... мне просто нужен но... твой трофей, ничего личного. Так, извините, вы мне не интересны. Опа, еще один. Я не понял. У тебя что, иммунитет на пиздюли? А, бля, мусор, уходите отсюда. Что с ним? Он не выходит со мной на контакт. Мне тут кучу просрочки пришлось писать, и все ради того, чтобы поглазеть на это чудо. Сражайся, сон! Он чуть чхает, блин. Трус! Какую-то хрень выдувает из себя. Блядь, как его разозлить? Ёб твою мать! Ему вообще насрать! Ау! У меня остался только один вариант. Дождаться утра и надеяться на то, что солнце и ультрафиолет сделают свое дело и сожгут этого уёбка. Я буду здесь стоять и ждать, пока он сдохнет. О, реально, типа, да, такое здесь есть? Нет, ему так же насрать. Короче, эта битва уже, знаете, продолжалась много времени, но так и не подошла к концу. Это уже дело принципа просто. Ладно, я пошел. Ну вот мы и спустились. Мармок проиграл. Здесь у нас что? А, абсолютно нихуя, мне очень неинтересно здесь находиться. А, здесь у нас ребята. Так, давайте посмотрим, может, все-таки какой-то лут в этой комнате. Погодите. Мой мозг не поспевает за ногами. Тут же где-то комната была. Я только что в нее заходил. Где она? Почему здесь заперто теперь? Да я и по жизни себя достаточно грязной крысой ощущаю. Зачем эти меры нужны? Блять, куда-то пришли. Здесь заперто. И а выйти отсюда хрена. Теперь как? Вы кого наебать пытаетесь? Это ж та самая комната, в которую я заходил. Что за магия с этой дверью происходит? Я хочу, чтобы мне было больно. Блядь! О, блин, что-то вот эти вот коцки после взрыва что-то очень ужасно выглядят прям. А лицо тепло. А, хорошо, щеки тепло. А. Так. Прям вот... реально, блин, так полигонально. Теперь. Кому гланды вырвать? Кто перданул, признавайтесь. Блять, я думал, это шептун. Пацаны, это, а вы все отчетливо слышали, да? Извините, но вопрос нужно как-то решать. Майдей, майдей, коллеги, товарищи, подъем! У нас ЧП! Вставайте, ебаные, тухлые шашлыки, у нас пожар! Пожар в офисе! Все эвакуируемся быстро! В порядке. Что-то они вообще не успевают просто даже поворачиваться за ним. Очереди, становитесь. У нас экстренная эвакуация по одному. Пошел. Не волнуйтесь. Леха снизу поселил матрас. Мы отвечаем за вашу безопасность. Пошел. Не, ну это какая-то имба, реально. Это... эвакуация. Бля, Леха сегодня на работе. Они, по-моему, парашюты забыли. Вот он не вышел. Эвакуация у нас тут происходит, никаких исключений. Типа это, знаете, это как на самолете, когда челы летят, тоже прыгать не хотят их, а этот инструктор, типа, или кто там. Ты чё слышишь? Давай на выход. Что он делает? Ты мне галстук поправляешь, я неопрятно выгляжу, да? Ты либо массажист, либо пианист, либо
Нет, по-моему, мимо он показывает что-то, какие-то движения. Гомосексуалист. Кто ты? Ну ладно, я по... Там что, или он в крокодил играет? Пошел, у меня запланированы другие эвакуации. А вот ты это умеешь вот... убеждать, хорошо, было... я никуда не иду. Зря. Привет, друзья, и спасибо за просмотр. Как он эти прыжки здесь делает? Здесь был гребаный Мармок и новый свежий Dying Light 2. Ох, падал я с крыш, конечно, в этой игре, будь здоров, это мне еще долго будет сниться. А на этом все. Не забывайте также про наш сервер GTA RP, регистрируйтесь, присоединяйтесь и играйте в свое удовольствие, ссылочка в описании. Увидимся в следующем видео, пока-пока. Блин, музыка прикольная. Музыка прикольная, мне нравится. Ну ладно, в общем, видос прикольный, в принципе, как всегда, это грёбаный мармок, черт возьми, да. А, чё могу сказать по игре, игрушка, в принципе, прикольная, да, как бы дыры в ней есть, но я думаю, их залатают в ближайших каких-то патчах. А, немножко, конечно, нереалистично, там и так далее выглядят вот эти вот паркурчики, блин, какие-то прыжки прям очень жесткие, там и так далее, но, в принципе, камон, это игра, блин, чё я хочу, окей. Игрушка прикольная, прикольная, мне понравилась, надо по ней глянуть какие-нибудь еще видосяны. Может быть, даже сам поиграю, не знаю. В общем, чуваки, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых роликов. Ну, а с вами был Финн, всем пока.